Костя, почитай мне сказку про ежа Леопольда. Это интересная сказка, да. Проезжали Леопольда. Короче, жили-были как-то раз ёж и кот. Там, где КамАЗ. Под КамАЗом они жили, так как никого не было в кабине. Вот. Леопольд, конечно, кот. Ну а ёж просто поет. Раз, короче, вылез крот и говорит: «Что же вы, слышь, ёж и кот, не смешите. Сейчас разорвет меня на части ёж, как Леопольд отчасти». Ну и ёж стал Леопольдом. Так как фильм смотрел с Арнольдом. Перестал бояться он этого кота. Гондон. На колючки свои раз. Кота насадил как раз. Больше не было кота. Ёж стал. Ёж имя забрал Леопольд. Ну вот так и жил потом ёж, как Леопольд, Гондон. Мне понравилось, перед сном бы слушала. Это да, это хорошая сказка, добрая.